Быть многодетной мамой – это большой труд и ответственность. Поэтому вполне справедливо, что такая женщина должна пойти на заслуженный пенсионный отдых раньше общепринятого срока. Но здесь есть и свои нюансы. Надежда Владимировна Семакина – мать троих уже взрослых детей и счастливая бабушка. И эту поистине богатую женщину интересует вопрос, а является ли она действительно многодетной матерью. В выходе на пенсию в 50 лет ей отказали. Уходила, еще раз приходила. Повторно спрашивала, говорю, считаюсь я многодетной мамой, мне вот с 50 лет уходить на пенсию или с 55? Нет, не считайтесь. В поликлинике считалась, на очередь ставили меня, я считалась. А на пенсию, как по возрасту идти, я уже не считалась как многодетной мамой. Вот я являюсь многодетной мамой или не являюсь? Я так вот прожила столько лет и ничего не поняла. И правда, если действовать согласно букве федерального закона, на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет могут рассчитывать не все матери в статусе многодетных, а только те из них, которые родили минимум 5 детей и воспитали их до 8 лет. Таким образом, пятого ребенка женщина должна родить не позднее 42 лет, тогда она может выйти на пенсию к 50 годам. Получается, что пенсионный возраст многодетных мам – понятие достаточно условное. Причем, если семья живет в городе, у женщины к этому возрасту должно быть 15 лет трудового страхового стажа. При отсутствии стажа пенсию даже многодетная мать-горожанка будет получать на общих основаниях. Для женщин, проживающих в сельской местности, такая норма не предусмотрена. И если семья имеет формальный статус многодетной, когда в ней воспитываются 3-4 ребенка, на досрочный выход на пенсию женщина рассчитывать уже не может. Сейчас предложены новые условия выхода на пенсию для многодетных матерей и могут быть уточнены условия досрочного назначения пенсии. Предполагается определять в качестве условия для получения досрочной пенсии рождение как минимум 3 детей. Если законопроект будет одобрен, изменения вступят в силу с 1 января 2016 года.